Всем привет, ребята! Сегодня с Лисюнькой мы пришли в салон красоты Кидо. Лисюни будут делать прическу, маникюр и педикюр. И все для деток. Посмотрите, как здесь красиво, какое здесь все яркое, какое кресло классное, да, Лисенька с котенком? Такой хоу-кити здесь хоу-кити. Да, точно. Так, тетя тебя зовет. Давайте посмотрим, что здесь. Какое классное кресло. Сейчас Лисюни будут мыть голову. Вот так. Лисюни девочка у нас такая тяжеленькая. Теплая водичка? Отлично. Алисе помыли головку с шампунем, с кондиционером. И сейчас ей будут делать укладку. У Алисы очень длинные волосы, и мы хотим, чтобы ей сделали укладку, как у девушки. Красивые локоны. Так, немножко Лисюнька не подросла, и поэтому ей нужна еще подставочка под попу. И вот так ножки ставят, да. Сережки в порядке? Отлично. Теперь Алисе прочесывают волосы. Больно, Лисюнь? Немножко потерпи, чуть-чуть нужно потерпеть. Хорошо, доченька? Ладно? А сейчас Алисе будут делать локоны. Щипчики разогреваются уже. Вот пробор у Алисочки. И волосы будут на бок. Вот так ты хочешь, да, дочь? Угу. Ух, сколько пара. Вау, какая кудряшечка. По всей голове будут такие кудряшки. И будет очень красиво. Ты такая миленькая, уже посмотри на маму глазками. Такая миленькая будешь, такая принцесса. Привет, зайчик. Ребят, ну посмотрите, какая красота. Супер. Какие красивые ровные локоны. Лисюнь, тебе нравится? Алису угостили красивым сердечком. Какая прелесть! Вкусно, Лисюнь? Вау! Какой цвет? Выбирай. Ребята, сейчас Лисюньки будут делать маникюр. Очень красивый. Лисюня выбрала желтый лак. И еще она хочет, чтобы ей сделали цветочек на одном из пальчиков. На каком пальчике, Лисюнь? Наверное, на безымянном, да? Смотрите. Так как у Лисюньки ноготки уже подстрижены, то ей нужно только накрасить. Вот так тетя красит. Посмотрите, какое необычное кресло. Снизу это кресло для педикюра, а сверху можно сидеть и тебе будут делать ноготочки. Да? Да, зайчик мой. Какая ты сейчас модная станешь.
Вау, Лисюня, как красиво! Цветочки маленькие. Ребята, Алиса выбрала для педикюра черный цвет лака. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Лисюнь, Лисюня, ты серьезно? Бил? А, точно, подбила шифра. И хочет на черный нанести вот такие штучки. Вот такие штучки хочет еще нанести. Будет очень красиво, да, Лисюнечка? Черный бантик. Ой, будет очень прикольно. Так, ну давайте, ребят, посмотрим. Сейчас тетя наносит крем. Ой, Лисюня, сейчас мини-массажик будет. Алиске смешно. А теперь время наносить блестяшечки. Теперь Лисюне нужно подождать, когда все высохнет. Хорошо? А у нас произошла авария. Лисюня случайно стерла несколько ноготков. Сейчас тетя будет нам поправлять. Еще и цветочки стерлись. Ой, ну ты довольная, дочь? Пакет забыли с игрушками, да. Давай я возьму, давай я возьму. Самое главное. Пойдем. Здесь еще можно купить сережки. И Лисюнька себе выбрала серебряные сережки. Не такие здесь клеверы, а Алиса выбрала себе вот такие, смотрите, сердечки. Вот они там вдали. А еще можно выбрать вот такие серебряные с маленькими котятками, с замочками. И Алиса, смотри, Сваровски, вау. Ну, это камешки такие. Хочешь такие попробовать? Вот, бриллианты Сваровски, вот, вот, вот. Вот, смотри. Да, можно? Хочешь? Сердечки. Ну вот и все, ребята. Лисюнька сходила в салон красоты. Довольная, счастливая девочка. Покажи свои ноготочки. Вот они какие. А на ногах черненькие с блеском. Супер. Всем пока-пока.